Так, а ми продовжуємо наш ефір. І, власне, вже в студії «Нового дня» з'явився перший наш гость. Дозвольте вам його представити. Це заступник начальника управління превентивної діяльності поліції, підполковник поліції Володимир Алексєєнко. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже приємно вас бачити у нас в студії. Взаємно. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про таку досить серйозну тему. Насильство у сім'ї – це досить актуально. І давайте розпочнемо з того, скільки взагалі на початок року вже зареєстровано таких порушень у нас в місті. Я, якщо дозволите, на російській мові буду спілкуватися. Доброе утро, уважаемые телезрители. Хотел бы немного, скажем так, углубиться в историю этой проблемы. Проблема насилия в семье, она всегда была актуальна, но на законодательном уровне, скажем так, на нее не обращали внимания. Это считалось внутрисемейной проблемой. Есть, скажем так, в славянской ментальности, да, у нас не выносить ссор из избы. Вот, и все проблемы, которые возникали в семейных отношениях, они считались, должны там и решаться. Но европейский опыт и, в принципе, уже и мировой опыт поднял проблему насилия в семье до законодательного уровня. И в 2001 году Украина, кстати, была первой из стран не только постсоветского пространства, но и всей Восточной Европы, которая приняла закон о предупреждении насилия в семье. То есть на законодательном уровне была обозначена эта проблема. Были в законе были расписаны и расписаны на сегодняшний день все меры, которые применяются для противодействия насилию в семье. Кратко скажу, что такое насилие в семье и какие виды насилия есть. Значит, на сегодняшний день насилием признается на 4 вида насилия законодатель у нас определяет. Это физическое насилие, это психологическое насилие, это экономическое насилие и сексуальное насилие. Физическое насилие, ну, это понятно, это любые действия, направленные на причинение физической боли, либо какого-то физического воздействия на жертву насилия в семье. Психологическое – это когда жертву насилия в семье оскорбляют, унижают, каким-то образом, ну, скажем так, внутреннее состояние его нарушают, что приводит к депрессиям, каким-то, в общем-то, нехорошим последствиям внутренним. Экономическое насилие в семье – это когда человека лишают жизненно необходимых благ, как то одежда, еда, выгоняют, скажем так, с места проживания, вот. Ну и сексуальное насилие – это нарушение сексуальной неприкосновенности каждого человека, что тоже прописано в законе. Либо, что касается несовершеннолетних, это любые действия сексуального характера, будь то слова, либо какие-то действия. Значит, с начала года у нас уже зарегистрировано более 300 фактов. Это вот на сегодняшний день. Более 300 фактов вызова работников полиции и подтвержденных фактов насилия в семье. За прошлый год таких фактов у нас было около 3000. Действительно. Да. Ну, цифры, можно сказать, впечатляющие. Скажите, кто в основном вот в семье, вот, если есть такая статистика, кто чаще выступает именно нарушителем, тем, кто совершает это насилие? И какие на законодательном уровне, какие последствия после этого, то есть какое наказание понесет, да, за совершенные действия. По статистике 95% правонарушителей – это мужчины. Мужчины, вот, и только 5% – женщины. Ну, тут, наверное, надо сказать о том, что мужчины, они, исходя из чувства, наверное, гордости, собственного достоинства, они где-то и не обращаются. То есть, ну, понятно, что мужчина обратится в полицию, да, что его, скажем так, в отношении него совершила насилие жена, это его, как бы, уязвленное чувство самолюбия будет. То есть, есть такой процент. Вот. Но на деле это так и есть, потому что это, в принципе, и европейская статистика. Я участвовал в семинарах международных. Приезжали полицейские из европейских стран, Чехии, Австрии, Польши, с Канады были представители. В принципе, где-то вот она, эта статистика, характерна для всех. Вот.
Где-то процента 2 составляют жертвы насилия, это дети. Какие меры? Меры, закон, значит, на сегодняшний день, основная мера – это постановка на учет таких лиц, то есть если совершено насилие в семье впервые, то такого человека, такому человеку выносится официальное предупреждение о том, что у нас это наказуемое деяние, и он ставится на учет в органах полиции сроком на 1 год. Если в течение года он, скажем так, больше не совершает насилие в семье, то с учета он снимается. Если же он совершает насилие в семье, значит, в отношении него составляется административный протокол. Есть у нас статья в Кодексе Украины об административных правонарушениях, 173 прим. 2. Этот протокол составляется, к нему прилагается доказательная база, объяснение очевидцев, потерпевших, и протокол направляется на рассмотрение в суд. В суде уже принимается решение, значит, в прошлом году были изменения у нас внесены, они ужесточили наказание за насилие в семье. На сегодняшний день, значит, либо админарест сроком до 7 суток, либо общественные работы до 40 часов. Если человек второй раз уже в течение года, ну третий даже, наверное, да, совершает насилие в семье, то в отношении него применяется админарест до 15 суток, общественные работы до 60 часов. Кроме того, он направляется на прохождение так называемой коррекционной программы. С ним работают психологи на протяжении срока определенного, там, до 3 месяцев, это они уже определяют в зависимости от личности правонарушителя. Вот. И человек, который прошел эту программу, он, в общем-то, где-то становится, скажем так, более лояльным, да, и более законопослушным гражданином. Если же человек отказывается от прохождения программы, опять же, привлекается к административной ответственности. А, ну вот скажите тогда, в таком случае, если вот в семье регулярно происходят вот такие правонарушения, происходит насилие, куда именно жертвам обращаться? Вот куда им в первую очередь надо пойти, если у нас какие-то, возможно, центры помощи, или ну вот куда им обращаться, в общем, с этой стороны? Да, кроме полиции, ну, естественно, если это уже критическая ситуация, то набирается 102 номер, всем известный, и человек, ну, оказывается, немедленная помощь, выезжает наряд полиции, правонарушителя, скажем так, изымает на какое-то время, там до 3 часов, с места конфликта. Если же человек не хочет по каким-то причинам обращаться в полицию, есть у нас такие факты, вот, есть у нас центры социальных служб для семьи, детей и молодежи, вот, они оказывают психологическую помощь и в крайних случаях могут, скажем так, на какое-то время обеспечить человеку, жертве насилия в семье, есть интернаты, на, ну, какое-то временное проживание, да, оградить, скажем так, от правонарушителя. Кроме того, в отношении правонарушителя еще может быть вынесено защитное предписание, так называемое, оно согласовывается с прокуратурой. Ему может быть запрещено этим предписанием общаться с жертвой насилия в семье, приближаться к ней, узнавать о ее местонахождении, если, скажем, жертва насилия уехала куда-то к родителям, каким-то образом покинула место жительства. То есть там определенные ограничения выносятся сроком до 3 месяца. Ну хорошо, спасибо вам за информацию. Надеюсь, что в нашем городе, ну и вообще в мире, эта тенденция будет идти на спад, потому что те цифры, которые вы назвали, они действительно будоражат ум. То есть за год 3000 случаев – это действительно очень большие цифры. Будем надеяться, что в ближайшем будущем их будет все меньше, таких случаев. В случае чего, уважаемые зрители, вот вы получили информацию, теперь вы знаете, куда обращаться в таких случаях. Пожалуйста, не молчите, верно, ведь молчать, конечно, о таком не стоит. Конечно. Я еще хотел бы добавить, в чем, значит, смысл вообще всего закона. Смысл в том, чтобы предотвратить наступление тяжких последствий. Потому что, к сожалению, когда люди не обращаются, утаивают, это, причем на фоне, скажем так, злоупотребления спиртными напитками, приводит просто-напросто потом к совершению тяжких преступлений, таких как нанесение тяжких телесных повреждений, либо убийств, когда жертва насилия, она, по сути дела, у нас было несколько таких резонансных убийств в прошлом году, когда женщины просто, скажем так, убивали насильника этого в семье.
не обращаясь до того в милицию, ни в полицию, ни разу, решили таким вот образом. В итоге у нас убийство, да, жертва насилия, в любом случае она несет ответственность, идет в места лишения свободы. И третьей потерпевшей стороной тут становятся дети, которые, ну, отца нет, мать посадили, и в итоге ребенок куда идет? Он идет на попечение государства. Я скажу так, что когда вот в Австрии общались когда с австрийскими коллегами, они в свое время, у них были мягкие меры, скажем так, по отношению к правонарушителям, связанные с предупреждением, штрафами там. Потом они подсчитали, сколько государству, ну они же как бы капиталисты, да, мы только вот строим капитализм, а они все подсчитывают в деньгах. То есть они подсчитали, что нам вот такая ситуация, ущерб бюджету 5 миллиардов евро ежегодно приносит. И они после этого внесли в законодательную базу жесткие меры по отношению к правонарушителю. Там полицейский может просто-напросто выселить на 10 дней человека из места проживания. Вот. Я думаю, если мы идем в Европу, наверное, законодательные меры тоже будут ужесточаться, потому что проблема-то существует. И, к сожалению, пока те рычаги, которые у нас есть, они не дают возможности ее решить окончательно и эффективно. Соответствующие предложения мы на министерство направили, надеемся, будут приняты они. Ну, будем надеяться, да, что действительно будут приняты более жесткие меры. А я хотів би нагадати, що в нас в студії був заступник начальника управління превентивної діяльності поліції, підполковник поліції Володимир Алексєєнко. Дякую, що ви прийшли сьогодні у нас до студії, поділились з нами цією інформацією.